пятницу в Самарской области будет пасмурно, возможны прояснения. Осадки в виде снега, температура воздуха в дневное время -3, -7 градусов, ночью -6, -9. В Сызрани ясное небо без осадков, днем -6, ночью -9 градусов, ветер северо-западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем -5, ночью -6 градусов, северо-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем -5 градусов, ночью -7. Ветер северо-западного направления 6 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.